Как не остаться на улице после развода? Как добиться алиментов? Как быть всегда уверенным в соблюдении своих прав? Знаем ли мы законы? Умеем ли мы в случае необходимости ими воспользоваться? Увы, не всегда. Тем более законов этих тьма тьмущая, и многие из них, мягко говоря, шокируют. Так, например, на Аляске запрещается будить медведей, чтобы их сфотографировать. В Сент-Луисе вообще стоит вести себя аккуратно. Там нельзя сидеть на мостовой и пить некоторые напитки из ведра. В штате Флорида запрещено пить больше 3 тарелок за один день. Ну а если серьезно, 27% россиян сталкивались со случаями, когда юридическая безграмотность приносила им вред. Семейное право, наследственное право, оформление недвижимости, раздел имущества, взыскание задолженности – эти и многие другие ситуации могут стать поводом для обращения к юристу. Юристы по роду своей деятельности сталкиваются с очень интересными случаями. Вот один из них. Израильтянка отсудила у телевидения $1000 за то, что они передали неправильный прогноз погоды. По телевидению сказали, что погода будет солнечной и осадков не предвидится. Женщина не взяла зонтик, вышла из дома и промокла. Не просто промокла, а простыла, потратила $38 на лекарства и получила огромный стресс. К счастью, проблем с поиском юридических помощников нет. Но вам нужна только одна, самая лучшая, самая надежная и компетентная. Вот интересный способ проверки качества услуг на ранней стадии. Многие сайты предлагают форму заявки. Заполните ее и посмотрите, насколько быстро вам перезвонят или ответят. Часто компании-юристы предлагают бесплатную консультацию. Обязательно воспользуйтесь такой возможностью, ведь на ней вы сможете понять не только уровень подготовки юриста, но и всю серьезность вашей проблемы. Подготовьтесь ко встрече с юристом. Решите, сколько вы готовы отдать за его услуги и какой срок дать на решение проблемы. Юристы компании ВВТ зарекомендовали себя как грамотные специалисты, способные разобраться в сложившейся ситуации и рассказать, есть ли шанс на выигрыш того или иного дела. Индивидуальный подход к каждому клиенту, нацеленность на результат, строгая конфиденциальность и ответственность – вот основные принципы их работы. Наша юридическая компания ВВТ предоставляет следующие услуги. Решение гражданско-правовых вопросов, составление исковых заявлений, представительство в суде общей юрисдикции, а также другие правовые вопросы. В частности, государственная регистрация юридических лиц, составление всех видов договоров. А в общем и целом, все ваши проблемы – это наша забота. А еще лучше, если вы обратитесь за юридической помощью до наступления непредвиденных обстоятельств. В тот момент, когда вы только собираетесь оформлять документы или подписывать договор, компания ВВТ всегда на вашей стороне. Навашино, дом 9, телефон 72 35 05.